Всех приветствую. Вот здесь мы были в прошлый раз. Вот туда мы не шли. Там мы снимали. Вот так ворошило. Мы сейчас идем в сторону школы, получается. Ну, вот дуб ворошиловский. Вот эта дорога. Посмотрим, что мы сегодня сможем снять, что получится. Так. Так. Ну, как помните, да? Это в сторону детсада. Это по прямой мы попадаем в школе. Вот это коммунистическая, это вся улица длинная. Вот это здесь Булах был, помню. Раньше здесь освещение было. Вода нормально шла. Сейчас там вот с одной трубки там немного бежит. Здесь лавочка раньше была, здесь собирались люди. Так, чуть-чуть туда я пройду. Получится снять что-нибудь или нет. Здесь, кто помнит, Юрий Яковлевич был учитель по физкультуре. Так. Его я тоже так немного помню. Ну, сейчас уже другие владельцы. Ну, давайте все вспоминаем, все, кто ходил в этот ближний детсад. Так. Здесь уже закрыто, конечно. Раньше вон до ворот можно было пройти. И направо в речку мы спускались там. Рыбу ловить. Сейчас все перекрыто. Так. Ну, отсюда начиналось. Чуть-чуть ближе, мне кажется, забор туда стоял. Если мне память не изменяет, детсад. Вот сейчас там уже все по-другому. Я надеюсь, не против будет, что я так сниму отсюда. Детсад, я некоторые моменты я даже помню. Вот видите, там где вторая крыша, там мы видим козырек такой белый. Вот возле него чуть-чуть сюда навес, там крыша навес видно. Если приглядеться, там вот такое место было. Речками, дощечками так огорожено было. Мы там бегали, прыгали через это, все перескакивали, баловались там. А вот здесь, с этой, ну, скажем так, как столовая, не стол, там готовили, кухня. Я даже не помню, где мы ели, но где-то здесь, с того конца этого здания, примерно, скажем так, там готовили, если не ошибаюсь. Я, по крайней мере, помню, что ходили там. Повара, воспитательницы, там, я помню, тетя Катя, которая, помню, тетя Соню, потом, если не ошибаюсь, тетя Джафара, мама, она тоже работала. Сейчас кого так резко вспомнил, их назвал, а так там еще были люди, которые работали. Здесь Роберт Халудон, Меликов. Здесь ничего не видно, кстати, там Нусред, дом Нусред, Арасханов, если не ошибаюсь, у меня фамилии. Да, детсад, детсад. Раньше все было по-другому. Так, вот раньше отсюда проход был. Все закрыли, загородили.
И вот там почтальон один жил, если не ошибаюсь, дед Султан. Я как-нибудь оттуда зайду, сниму так коротко. Там тоже такая маленькая, как улица, как тупик даже получается. Не знаю, как-то спросил у тети Симу. Знаете, да, медсестра, да, там. Он мне сказал, тоже улица Ленина называется. Я так и не понял. А, Мухтадыр кто-то написал. Вот так. Идем сюда, сейчас дойдем сейчас. Вот здесь я фамилию я не помню. Единственное, кого я помню, это Фуад здесь жил. Ихняя, наверное, мама или кто-то из них взрослых, старших, ихняя в клубе там билеты вот там нам давали, да, продавали. Ну, они стояли у дверей, я помню. Вот остальных я не помню. Я знаю так, в лицо знаю, но не фамилию ихних не помню. Не имен. Только вот Фуада помню. Помнишь, это дом Меликова Назима. Вот. Так, ну и здесь постройка такая. Как вы видите, уже четырехэтажная. Это уже потом построено. Вот. Может, кто-то уже есть здесь отдыхающие. В принципе. Нет, да появляются они сейчас. Ну, до сюда я дошел. Дальше пока не буду снимать. Потом как-нибудь. Туда дальше уже мы пройдем. Иншалла. Все, всем пока. Смотрим. Комментируем, если нравится, ставим. Как там говорит, пальчик вверх, лайк. Пока.